Эксперимент на грани хаоса. В Музее современного искусства открыли одну из самых необычных выставок за последние несколько лет. Здесь показывают работы воронежского художника Ивана Горшкова. Он достаточно известен и в столичных арт-галереях, и в европейских. Его достаточно странные картины и скульптуры теперь могут увидеть и пермяки, продолжит Юлия Зыкова. Ощущение хаоса, пестрого беспорядка. На первый взгляд, эти объекты и картины кажутся инопланетными пришельцами. Свою экспозицию воронежский автор Иван Горшков назвал «Утопией драконов». Это наименование взято из компьютерной игры, пошаговой стратегии с захватом замков. Здесь, похоже, все замки уже захвачены, а драконов и след простыл. Драконы покинули давно свое жилище, лишь ветер гуляет в пустых стенах. И, собственно говоря, на руинах этого их замка произросла какая-то новая жизнь, которая появилась уже без порядка драконов и непостижимая ни их пониманию, ни нашему с вами пониманию. Пространство творческого хаоса и эксперимента, настоящего сноса крыши. Так назвали эту экспозицию в Пермском музее современного искусства. У этой выставки своя логика. Как говорит Иван, он часто в своих работах использует обыденные вещи в необычном сочетании. Вот старый шкаф, который балансирует на воздушной подушке. Привычный предмет интерьера попал в курьезную ситуацию. Тоже часто происходит и с людьми. А этот фонтан странной формы совсем не похож на гармоничное монументальное сооружение. Вообще, как бы, такое противопоставление величия и убожества, оно как бы мне очень любопытно, такое смешение. Да? Мне кажется, что в этом есть что-то такое житейское и правдивое, что-то вообще про природу человека, такая двойственность. Это баланс отталкивающего и притягивающего, да? Враждебного и дружественного, великого и жалкого. Здесь самые разные формы – лайтбоксы, картины и коллажи, скульптуры из металла. Использует художник и так называемые фотожабы – электронные карикатуры. Намек на цифровую реальность, от которой рябит в глазах, и уже непонятно, где настоящий мир, а где выдуманный. Фантастика, парадоксальность, декоративность – такая она, утопия драконов. Заглянуть в эту реальность можно до 17 мая. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.